Всем привет! Сегодня у нас в руках первый GPS-навигатор от компании Voxtel, Carrera X350. Ну, где еще показывать навигатор, как не в нашей редакционной машине? Он работает на операционной системе Windows Mobile 5, а GPS-приемник на базе чипа Surf Star 3. Частота процессора 324 МГц. Внутренняя память устройства составляет 256 МБ. Аппарат поддерживает SD-карты до 2 ГБ. X350 довольно компактен. Он имеет сенсорный экран с диагональю в 3,5 дюйма, а толщина его составляет всего 16 мм. Стильный аппарат поместится даже в женской косметичке. Почему в женской? Ну, по-моему, понятно. Как вы видите, корпус выполнен из высококачественного пластика Soft Touch, но главное, что он розового цвета. На правом торце располагается стандартный вход для наушников, слот под SD-карту, гнездо стилуса и вход под мини-USB. Верхняя игра несет на себе кнопку питания устройства. Повернув новинку автомобильной навигации тыльной стороной, мы находим мощный динамик, скрытый под перфорацией, кнопкой перезагрузки и полного включения. Кстати, в подарок девушкам идет вот такой очень удобный и красивый чехол, опять же розового цвета. Carrera X350, помимо эффектной внешности, обладает мощной навигационной системой Navitel Navigator, который укажет верный путь. Уже загружены карты России с детализацией. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Самара, Курган, Уфа, Тюмень, Нижний Новгород, Белгород и соответствующие области. Доступны различные виды поиска. Это ближайшие объекты в заданном радиусе, объекты внутри населенных пунктов по типу, названию, по почтовому адресу, по путевым точкам. И еще немного о карте. Здесь корректные повороты, развязки, учитываются актуальные правила движения на конкретном участке. Детализация до уровня дома, корпуса или даже строения. Вся гидрография, реки, озера, пруды и зеленые зоны. На карте указаны точки интереса, они же points of interest. Есть также возможность выбрать режим движения в светлое или темное время суток. Также в числе умений навигатора просмотр фотографий и чтение текстов. Файлы можно напрямую загрузить через USB-шнур к компьютеру. Драйвер не потребуется. Загрузка производится только на внешнюю карту памяти. Внутренняя память рассчитана для обновления навигационной системы.